Ну и последнее. Это что-то такое не сильно большое. Ну да, легкий, боевая масса. 9,7 тонн, легкий танк. А, производитель Чехословакия, Шкода. Такая, тут такие инструменты на борту, знаете, я таких и не видел никогда. Это, наверное, друзья, что-то вроде домкрата. Ну, родной, представляете, все родное. Оно немножечко как бы поедено, ржавчина, но родной, все родное. Вот он, легкий танк, монстр. Знаете, даже в данное время довольно грозное оружие. Попробуй его выведи из строя. А он же будет ехать или ползти, огрызаться и уничтожать всех живых. Вот они, бойницы, такие тремплексы. Ствол, там какая-то перегородка. Наверное, специально, чтобы не придирались. А, два пулемета, друзья. Он еще в башне. Боковые даже есть обзоры. Вот такая страшная техника времен давно ушедших. Но нравы у людей все те же. Захватить, отжать, убить, утопить. Да. Двойные стандарты, как всегда, между государствами, между людьми, между странами, между городами, между человеком и человеком. Все это осталось.